Никак не можем с местом определиться. После весны вот поразмывало. Тут дорога была когда-то. Такая яма. Воды много было. Так что сейчас даже к речке не подъедешь близко. Вот тут арбузы. На вертолете только надо. На легковой же потом ты оставишь ее там. О, даже запаска есть. Да. Ну, чайник я видел. Я вас приветствую, друзья. Завтра 14 июля, день рыбака, с чем я всех и поздравляю. Желаю вам удачных выездов, достойных трофеев, ни хвоста, ни чешуи, чтобы ваши снасти никогда не подводили. Сегодня мы приехали на реку Уил. Ну, погода немного, конечно, подвела. Ночью дождь был. Вчера сильный ветер штормовой такой. Ну, на день еще дождь обещает, не знаю, как это все будет. Ну, добирались до места очень тяжело, потому что по весне все поразмывало, воды много здесь было. Ни дороги, ни степной, ничего, короче, проехать очень сложно было. Ну, как бы ни было, мы доехали. Приехали компании Серега, Витя, Леха. Ну, попробуем половить на удочку, на спиннинг. Закидушки ночью расставим на ночь. Ну, я на жмых посижу. Может, сазанчик попадется. Ну, короче, будем рыбачить. Так что не отключайтесь, будьте с нами. Если погода не подведет, то, возможно, заночуем здесь. Ну, будет шашлык, будет застолье. Короче, отдыхать, рыбачить, все в этом видео. Вот он, Виктор Александрович, да? Серега, Леха. Привет. Ну, Леху вы знаете, наш штурман. О, весной сколько воды было. Камыш понатаскивал, талы. Ямы повымывала. Какие-то наоборот затянуло. Так вот. Ветер сильный. Вон то, что-то ловит там. Так, и что тут у вас? А, вы тут делите, да? Да, он по отдельной, елки-палки. Вот это плотва. Да. Вот это лабуга. Красавец, да? И что, первое впечатление? Нормально? Нормально. Ага. Сипает что-то. Оба-на! Ну а что, на этот, на закидушки пойдет? Так. Присмотрел я два места. Одно вот здесь вот. Неплохое вроде бы. Ну и сейчас вот здесь попробую. Хотя уже время к обеду. Но все равно в
Смотрите, вон Серега вроде ловит. Мы попробуем. Я заброшу на жмых и попробую на блесна покидать. На попперы. Не на попперы. Как их там? Короче, набор взял. Никак не опробую их. Никак не опробую. Фух. Что-то даже жарковато стало. Ну что, приступаем. Жмых сразу закинем. Тут у нас кукурузу, наверное, другую поставлю. Уже развалилась. Тех, которые быстро тает. Ладно. Так. Так, ну попробую на жмых закинуть. Вроде зацепилась. Шеренок. Ну нет, нормально. Серега! Шуртан! Так, первая кровь. Ну, на. Да! На уху надо что-то. Так. Подсела. Ну и что там? Вот такие гналы, смотри. Ну а шуртан выскочил сразу. Ну, на жмых клюнул такой-то. Так вот, за пару часов каких красноперок конкретно. Красавица. Плотва. Нормально. Так, ушки он.
забиты. Так, друзья, время уже 13:30. Ну, за вот это короткое время удалось нам подловить немного рыбки на жареху, на уху. Вечером будет. Поймал я одну щучку, язя. Ну, красноперка попадала, Серега, Витя ловили красноперку. Неплохая прям такая. Грамм 300, наверное. Сейчас пообедаем, да, наверное, вечерка будем ждать. А на вечерке уже там закидушки расставим. Ну и попробую на сомика донку поставить. Короче, рыбачим дальше. Опа. Елки. О, молодец. Так. Немного смещусь туда, наверное, ниже по течению, ближе к лагерю. Сейчас попробуем еще на мели. Здесь так поклевывает, но удочку я не брал. На донке нажму, что-то одного язя поймал. Так что-то подергало. Ну, время сейчас обеденный перерыв. Тут, наверное, около 2 часов уже. Так, вот как-то так. Там прямо по курсу у нас переезд. Вот этот камышовый остров, я не знаю, там что, яма, не яма. Попробую там еще. Или туда дальше чуть-чуть пройти. Ветер не стихает целый день. Ну не целый день, так как уже, наверное, третий день будет. Вчера, позавчера сумасшедший вообще был штормовой такой. Все срывало. Ну, дождик вот так ночью чуть-чуть прошел. И все. Тишина.
Так, друзья, что-то тучки погнало, как бы не накрыло нас. Там вот гремит уже, и дождь идет, похоже. Погода меняется постоянно, то ветер, то дождик проморосил. Короче, не знаю, как дальше дело пойдет. Может мимо проскочит, а может и накроет. Да тут этот, который твой мангал, да? Да. Прекрасная вещь. Природа уел. Шашлык, как положено. Так, время уже 19:20. Дождик чуть-чуть нам помешал. Ребята там ужин готовят. Ну и дождь вроде бы там что-то проясняется. Тучи ушли туда. Ну не знаю, может еще с донками посижу потемну. Всех рыболов, рыбачек, рыбатюх с наступающим праздником День рыбака. И всем приятного аппетита. С праздником всех. Спасибо нашим, спасибо нашим поварам, что приготовили такое деликатесу на природе. Дождик чуть-чуть помешал. Ну, в принципе, красота. Пойдет нормально. Красота. Да, не можешь ты рыбачить. Пленку только перевожу на тебя. Так, друзья, время уже 20:00. Дождь вроде бы утих. Поужинали хорошо, плотно. Шашлычки, чаек. Все нормально. Вот на вечерку. Сейчас расходимся по сторонам. Попробуем еще, что вечером, может, лучше клевать будет. Ну, ветер чуть-чуть уже не такой. А то эти дни вообще давал жару. Вот такие дела. Вон тучи туда ушли. А там вот уже ясно. Надеюсь, ночью уже не будет дождя. Так, попробуем, что вечерка покажет. Ну, рыба сейчас вроде бы играет. Он. Всплески есть. Тут днем ветер сильный, непонятно, где что. Ну, до обеда две щучки поймал, езя. Потом еще после двух чуть-чуть посидел. Потом дождь начался. Так, поймал тоже несколько езей, окуней. Язь даже на блесну взялся. Небольшой, правда, отпустил его. На вечерку щука, окунь должен выходить. Вот место такое, там ямка, здесь как отмель. Видишь, там донка стоит, смотри.
Вот такие вот тут не дают ребята рыбачить. Куда только перейдешь, он уже здесь, блин. Что-то у нас там зацепилось мелко. Щеренок. Щеренок. Ну, такой мы не будем брать, конечно. Такой мы отпустим. Стой. Ты сегодня не попадался мне случайно? Что такого я уже ловил? Давай. Так. Кто тут? Так. Наверное, сидит кто-то. Ясь. Дружок, что, попадал под раздачу опять? Или сейчас? Ого, аж два заглотил. Ну все. Так. Так. У нас поклевка опять. Сюда. Совсем маленький. Оклевал как настоящий взрослый. Ладно. Так, ну что, друзья, время уже 21:30. Вот так у нас прошел рыболовный день. Погода сегодня была не очень комфортная. Ночью дождь прошел. Дорога тоже тяжелая была. Вся после весеннего паводка очень сильно там поразмывала. Места такие еще еле-еле проехали. Ну, местами даже грязь была. Потом вроде бы как на место приехали, нормально все было. И после обеда где-то часа три опять дождь пошел. Ну, наверное, больше часа, наверное, шел так. Ну, обед у нас легкий был. А на вечер Виктор с Сергеем приготовили шашлык, поужинали, пообщались, побеседовали, чайку попили. Ну, вышли еще вот на вечерку. Ну, вечерка что-то слабенькая. Вроде бы как дождь прекратился, ветер чуть-чуть потише стал. Ну, клево особо не было. Мелочь на удочку, мелочь на жмых я поставил. Ну, поймалась одна густера, одну густеру поймал и одного яська, и все. И на спиннинг одного щеренка поймал, отпустил его. Ну, на этом, наверное, сегодняшняя рыбалка у нас заканчивается. Ну, утром утрянку, наверное, отрыбачим то и будем собираться, потому что завтра домой в Актюбе. Так что до завтра. Так, ну что, друзья, утрянка нам ничего не дала. Сейчас время 9 часов. Ну, по улову не сказать, что богатый. Сазанчика хотели, не поймали. Сомика тоже не поймали. Ну, а так, по мелочи там щучки брались на спиннинг. Ну, тоже слабо. На удочку вроде неплохо. Вчера до обеда шло, после обеда что-то как-то притихло, потому что дождь начался. Ну и утро тоже такое
слабенькой. Ну, мы ж не за рыбой ехали, мы на рыбалку. Отдохнули, посидели, пошашлычили. Ну и все, домой. Так, все, сворачиваемся. Территорию убрали. Всегда убирайте после себя, друзья, место стоянки, чтобы вот так все чисто было. Самим потом приятно будет приехать еще раз сюда отдохнуть. Так что всех еще раз с праздником, удачных вам выездов, достойных трофеев, ни хвоста, ни чешуи. До новых встреч. Пока.